На центральном стадионе аула Кашхабли прошел турнир по футболу, посвященный памяти бывшего директора Кашхабльской детско-юношеской спортивной школы, тренера с многолетним стажем Азамата Гержанукова. Память о прекрасном педагоге, просто хорошем человеке, жива в сердцах тех, кто его знал. Турнир в его честь стал уже традиционным и проходит во второй раз. На открытии спортивного мероприятия присутствовали глава района Заур Хамирзов и глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов. Они обратились к участникам со словами пожеланий. Мы проводим традиционный турнир памяти Азамата Гержанукова, человека с большой буквы, который много лет возглавлял детско-юношескую спортивную школу. Человека очень неравнодушного к своей работе. Очень-очень давно мы молодыми людьми играли с ним в футбол. Ну, так получилось, что человек трагически ушел из жизни, но память о нем сохранилась. Я хотел бы поблагодарить всех вас, ваших тренеров, которые нашли возможность сегодня приехать к нам на турнир. Я уверен, что сегодня проигравших не будет. Будьте честны за честную, справедливую игру, занимайтесь спортом, цените старших. И мы все сегодня здесь присутствующие будем очень рады традиционно видеть здесь у нас на нашем скромном стадионе. Успехов всем, удачи! Слово предоставляется заслуженному тренеру. Человек, который всю свою жизнь отдал футболу, ну и спорту в Кашхабльском районе, Гержанукову Аслану Борисовичу. Дорогие друзья, как сказал наш глава, мы от души приветствуем вас. Желаем вам всем крепкого здоровья, показать хорошую, честную игру. Каждому желаю победы, всем присутствующим и удачи. Я хочу предоставить слово главе сельского поселения Кашхабльское муниципальное образование Курашинову Мурату Мухарбиевичу. Здравствуйте. Всех приветствую на нашей Кашхабльской земле. Спасибо, как повторюсь, глава района сказал. Спасибо, что приехали на данный турнир. Азамат Сахатбиевич был очень уважаемым человеком, спортсменом. Рады, что вы приехали почтить память его. Желаю вам успехов в игре, чтобы игра была честной, справедливой, победил сильнейший, и чтобы вы все вышли с этой футбольной площадки друзьями, братьями. Удачи всем! Я хочу предоставить слово начальнику Кашхабльской детско-юношеской спортивной школы Дохову Беслану Хасеновичу. Сегодня мы проводим турнир по футболу в памяти Азамата Хасбиевича Гержанукова. Он действительно любил этот вид спорта, сам занимался этим видом спорта, был хорошим вратарем. Скорбим по нем, он так рано от нас ушел. Вам что хочу пожелать? Крепкого здоровья, удачи, чтобы без травм эти соревнования прошли. И в честной игре определился победитель. Спасибо. В этот день турнир собрал родственников, друзей, воспитанников Азамата Сахатбиевича, а также 8 футбольных команд: Бличи Псин, Кашихабль Нур, Кашихабль Олимп, Игнатьевск, Майкоп Дружба, Уляб, Омега и Унароково. Командные соревнования были захватывающими. В результате упорных игр места в итоге распределились следующим образом. На третьем месте команда Майкоп Дружба. Обладателями серебряных медалей стали футболисты из команды Омега. Победителем соревнований и обладателями кубка стала команда «Уляб». Победители и призеры были награждены мячами, грамотами, кубками, медалями и денежными призами. Финансовую помощь в проведении турнира оказали Управление физической культуры и спорта Кашхабльского района, коллектив Кашхабльской ДЮСШ, родственники. Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Руслан Туов приобрел мячи, кубок и статуэтки для награждения в номинациях «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший нападающий» и «Лучший вратарь».